Йоханнес Краузе, профессор из Тюбингенского университета Эберхарда и Карла, приехал в Казанский федеральный с целью раскрыть сущность человеческой силы. Лекция проходила на английском языке, но это не помешало слушателям понять всю суть его исследований. Первая часть была посвящена истории развития рода неандертальцев, вторая — об инфекциях, которые присутствовали на протяжении всей эволюции человечества. Когнитивные способности, такие как искусство, писательство, умение рисовать, помогают человеку развиваться. Мы эти качества в большей степени видим в современных людях, но мы не видим это в неандертальцах и людях Денисова. Заинтересованность в теме была в глазах каждого присутствующего на лекции, так как исследования профессора Краузе очень актуальны, ведь они затрагивают все человечество мира. Профессора Йоханнеса Краузе мы ждали уже давно, больше месяца уже ожидали, готовились. И мне очень хочется посмотреть именно результаты его работы и его исследований, потому что очень интересное направление. Поэтому, естественно, я не могла не пропустить это событие. Благодаря Йоханнесу Краузе мы приблизились к разгадке сложнейшей темы – эволюция человечества. Адиль Валеева, Арина Михайлова, Ленардо Влетьяров, Александр Юдин, Универньюз.